Всем привет, Некровижн ждет нас. Сейчас я его попробую на Гале 1. Вроде я его пробовал на старом планшетике, ну и давайте сравним, как он идет на Галешке. Ставим все на низко текстуры. Разрешение экрана 1280, да, еще вот здесь вот можно убавить. Вот так вот. Ну, эффекты, наверное, тоже выключу. Вот в таком виде попробуем. Да, игру нужно перезапустить. Смотрите, какой FPS показывает Фрапс 240. Вау. Но, к сожалению, он быстро падает. Так, ну это заставка. Пропускаем, пропускаем заставочки. Это официальная стимовская версия. Зацените, как она русифицирована. Переведена классно. Да, разрешение картинки я снизил. Качество такое себе картиночки, но зато 25 кадров. Так, что творится? Где эти хулиганы? Никого не вижу, блин. Так, 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 так. Графика, конечно, шикарная. Классно выглядит. Как-то не попасть, блин, не вижу я, в кого пострелять. Похоже, выбора нет. Считай, да, выбора у нас не осталось. Больше никто из этой... Немножко видео подрезаю. Очень долго играл, так втянулся в эту игру. Мяти. Втянулся в игрушку. Yes. Пинком под зад. Эу, чуть не сработало. Классная игра, люблю я такие игрушки. Играл бы и играл бы, но нужно и другим заниматься. Другими делами. Так, в кого стрельнуть? Где он? Вот темновато, ничего не вижу. Не вижу я, где кто, вот только по вспышкам. Примерно в ту сторону. И... Ну... О, я попал. Еще один. Да, блин. Класс, класс. Бочки, оказывается, взрываются. Причем довольно эффектно. Такая вот атмосфера. Оу, кто сказал ехал? А ну иди сюда. Стой там. Пинком ему. Класс. Фирменный удар пинком. Это круче, чем дюкнюкем. На, еще разок. Контрольный пинок. Класс. FPS. Неплохо. Для шутеров очень важен FPS. Поэтому минимальный 30, 25-30, меньше играть будет неприятно. Единственный путь из этого ада. Вот так. Ну что, куда дальше идти-то? Не пойму. Налево пойдешь, глаз потеряешь. Направо задохнешься. А, о, нет, перепутал лево и право. А не кинуть ли гранатку? И... Да... никто не прилетел. Фокус не удался. Ладно. Да, ай. Иногда FPS проседает, но в принципе не так уж и страшно. 20 кадров нормально. Нормально, это бывает нечасто. Пулеметчик. Аньк. Аньк пулеметчик. Смотрите, как я умею с пистолета так круто боком-боком.
Блин, ребята, не все сразу. По очереди. Дробовик — это сила. Это сила, конечно. И вот контрольный удар опять в голову сапогом. Все отлично. Успокоительный сапог. Возможно, не надо было открывать. Так, а. Вижу, у вас тоже выдался день забот. Ага, ага. Эй! Меня обогнали. На тебя. На! Хедшот, давай! Хедшот! Что-то не получается. Давай. Я ж вроде в голову ему целюсь. Да что такое? Что у него с головой? Наверное, просто кость. Нет, нет, он неубиваемый. Хм. Чё за фигня? Не понял. Чувак, что с тобой не так? Я же в голову стреляю. А если в фонарь, а? Вот так вот. Да, помогу. Можно подавать к столу. Вот такая вот хитрая задумка создателей игрушки. Аптечки не забываем. Смотрите, физика какая у лампы. Класс. Классная игрушка, 45 кадров. Вау, 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 вау. Так, мне нужен этот пулемет. Все, я крут и очень опасен. Полагаю, они меня увидели. Кто меня увидел? А ну-ка, а ну-ка. А вот так вот. Хе-хе, сюрприз. Ек. Что, все кончилось? Да что ж такое? Где, где, где? Во, есть. А еще не все. На тебя с сапогом. Живой? Все. Это легко поправить. Эти лампы круты. Мега круты. Эге, пулеметчик еще один. А кинуть ли в него гранату? Что-то не кидается. Что-то не кидается граната, возьмем ружье. О. Ружье, конечно, лучше. Ух, два пулемета. Вау, сейчас будем зажигать. Ну что, ну что? Вешайтесь. Где эти враги? А, босс. Сейчас что-то начнется. Ну ладно, дальше я уже комментировать не буду. Немножко ускорим, пожалуй, видео, потому что это все весело. Следите просто за FPS-ом. Ну а на этом тест я закончу. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что остаетесь со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.